тебе он сказал: спасибо, что пришли. Для этого, да? Я даже не знаю. Ну, действительно, с чистого сердца. Спасибо, друзья, что вы сегодня с нами. Днепр, спасибо тебе. Но на самом деле скажу, что вот очень прикольно смотреть выступления артистов не только из зала, как это делаете вы, а и со сцены, из-за кулис, потому что ты видишь много таких мелочей, которые вам не видно. Вот, например, если я скажу следующие слова. Девушек не понять, Титаник, танцую на песке, поцелуй, друг дебил. Вам что-то это скажут? Нет. А для этих ребят это план на сегодняшнее выступление. Встречайте, у нас на этой сцене участники Лиги Смеха, телевизионной Лиги Смеха. Я даже не помню, сколько там сезонов было. Все? Просто они так рано вылетают, что я никогда не замечаю, участвовали они в этом сезоне или не участвовали. Да ладно, шучу. Моя любимая команда, потому что в Киевской лиге смеха мне даже довелось побыть их тренером одну игру, да? А потом не вылетели, да? Ну ладно. Шучу. Блин, ну зачем вы включили им уже микрофон? Они могут отговариваться. Так классно, когда ты можешь, у тебя микрофон, и ты можешь говорить, а они тебе ничего не ответят. А они могут ответить. Нет, на самом деле безумно крутая команда. Пускай сегодня не в полном составе, но я думаю, что вы их встретите так, что никто ничего не заметит. Встречайте! Сборная Кременчуга у вас в Днепре! Встречайте! Встречайте!